здравствуйте. Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. 20 тысяч новых деревьев и кустарников украсят в этом году улицы, скверы и парки Самары и области. Новую аллею из красных кленов, барбариса и можжевельника в парке Гагарина оценили наши корреспонденты. Хрупкое искусство, которое нужно сберечь. В Самаре нашли способ сохранить резные оконные наличники старинных домов. Каникулы без затрат. Как получить кэшбэк за отдых ребенка в летнем лагере? Об этом расскажем в новостях экономики. В День семьи в Самару со всех уголков региона приехали многодетные родители. Их поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Также глава региона выслушал предложения людей, которые необходимо внедрять на практику в Самарской области. Новые спортивные стадионы в селах, помощь в приобретении автомобилей для большой семьи и строительстве домов. С какими вопросами приехали семьи, расскажет Мария Левина. Семья Куклиных в этом году отмечает свой 20-летний юбилей. Дмитрий и Алина вместе учились в университете. На последнем курсе поняли, что не могут друг без друга жить, и поженились. За эти годы у пары родились 7 детей. В этом году семья удостоилась государственной награды «Родительская слава». Этот орден выдается за большие заслуги в укреплении института брака и воспитании детей. На самом деле мы не представляли, не мечтали на самом деле. Даже не думали, что такое количество детей будет. Просто как-то так все получилось. Но мы просто живем, любим друг друга. Семья Куклиных отметила, как меняется город с каждым годом. Становится ярче, появляется много новых культурных точек притяжения, музеев и интересных выставок. Обновляются туристические маршруты, что больше всего радует пару. Вместе с детьми они очень любят путешествовать. О своей жизни и интересах рассказали еще несколько многодетных семей, которые приехали со всей Самарской области, чтобы пообщаться с губернатором Дмитрием Азаровым. Всем семьям Самарской области в первую очередь доброго здоровья, благополучия, мирного неба над головой. А все остальное, я уверен, общими усилиями мы решим. Любую проблему, с которой сталкивается та или иная семья, наш регион в целом, нам точно будет по плечу, если мы вместе возьмемся за ее решение. Среди предложений, которые высказали люди, возведение спортивного стадиона в селе, помощь в приобретении вместительного автомобиля для большой семьи. Самым актуальным стал вопрос о земельных участках. Люди предложили выдавать многодетным семьям не пустую землю, а с хотя бы маленьким домиком. Потому как многие просто не тянут строительство, и земля так и остается годами незастроенной. Дмитрий Азаров поручил взять все инициативы на карандаш и оценить, что можно сделать. Уже 18 мая в своем послании губернатор планирует озвучить первые итоги. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Уже во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с ежегодным посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям и расскажет о положении региона и основных направлениях развития. Трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире в 12 часов дня. В преддверии послания член региональной общественной палаты Павел Покровский и член правления Союза женщин Самарской области Светлана Макушева рассказали о реализации первоочередных задач, обозначенных в региональной стратегии лидерства. Одной из главных тем традиционного послания губернатора в этом году, как ожидается, станет подведение итогов реализации стратегии опережающего развития Самарской области, стратегии лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова. В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек. Они определили несколько самых важных сфер жизни, на которые власть должна направить свои усилия. Именно эти сферы сейчас в фокусе внимания губернатора, правительства Самарской области и всего депутатского корпуса. Главной задачей этой работы является повышение качества жизни конкретного человека, в каком населенном пункте губернии он бы ни жил. Первые слова, которые прозвучали в его выступлении, слова о том, что будут обязательно обсуждаться все государственные решения с представителями гражданского общества, они выполняются на протяжении всех 3 лет его руководства. Конечно, из этого выросла и стратегия лидерства нашего региона, которая сегодня реализуется, и ее результаты мы видим воочию. Я считаю, что сегодня необходимо нам регионально понять задачу по сбережению народа. Второе, мне кажется, что это вопросы очень грамотно выстроенные, как Дмитрий Игоревич умеет это делать, вопросы сохранения здоровья, начиная от профосмотров, диспансеризация. И, конечно, сегодня крайне важная тема – это вакцинация. И, конечно, мне хочется услышать о том, чтобы прозвучали конкретные тезисы по поводу работы –
по повышению доходов граждан. Член правления Союза женщин Самарской области Светлана Макушева подчеркнула важность того, что все ответственные решения по благоустройству общественных пространств принимались губернатором после обсуждений с людьми. И это основная часть стратегии лидерства региона. Строили школы именно там, где люди их больше всего ждут, где проживает много семей с детьми. Например, в Октябрьском и Красноклинском районах Самары. Важно, чтобы продолжилась последовательная работа по поддержке семей, воспитывающих детей. И чтобы все те рекомендации, которые были высказаны в послании президента, были максимально быстро реализованы в Самарской области. И чтобы все семьи могли получить ту необходимую поддержку, чтобы им было комфортно воспитывать детей, комфортно было в тех общественных пространствах, которые будут у нас благоустраиваться. Ежегодное послание губернатора Дмитрия Азарова состоится 18 мая в 12 часов. Трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире. Виктория Шарая, события. 180 тысяч новых деревьев и кустарников украсят в этом году улицы, скверы и парки нашей страны. Порядка 20 тысяч высадят в Самарской области. Сегодня аллея из красных кленов, барбариса и можжевельника появилась в парке имени Гагарина. Совместно с главой Самары Еленой Лапушкиной деревья высаживали волонтеры, экологи и представители финансовой компании. Об этом расскажет Ольга Павлова. Пока еще не с пышной кроной, но уже с претензией на индивидуальность и яркость. Уникальные красные клены станут экзотическим дополнением территории парка имени Гагарина. Благодаря своей красоте деревья приобрели необыкновенную популярность не только на территории нашей страны. К примеру, в Японии краснолистный клен выращивают даже на балконах и в садовых горшках. А в Канаде он является национальным символом. Сама композиция, она будет очень яркая, особенно в осенний период, потому что красный клен, они безумно красиво выглядят осенью. И барбарис, и кизильник у него тоже такой специфический цвет. Вообще, когда композиция готовилась, выбиралась именно по цветовой гамме. В этом году улицы, скверы и парки нашей страны украсят 180 тысяч новых деревьев и кустарников. Из них порядка 20 тысяч высадят на территории нашего города и региона. В парке имени Гагарина уже появилась новая живая аллея. Кроме краснолистных кленов в композиции – можжевельник, барбарис, кизильник, лапчатка, страусник и овсяница. Всего 147 саженцев. Высаживая деревья и кустарники, волонтерам, экологам и представителям финансовой компании «Самары» помогала глава города Елена Лапушкина. Мы благодарны и городским властям, и лично Елене Владимировне Лапушкиной за предоставленную возможность вот в этой жемчужине, в парке Гагарина, сделать что-то приятное для людей. После высадки в грунт красные клены укрепили специальной опорой. Она позволит деревьям расти правильно и сохранить стройную форму. Уже осенью можно будет наблюдать природное многоцветие кленов, листья которых невозможно перепутать ни с одним другим деревом. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Деревянные кружева, которые нужно сберечь. Новый проект сохранения и экспонирования оконных наличников самарских домов показали Елене Лапушкиной. Глава Самары инициативу авторов поддержала. Архитектурные элементы 19 и 20 веков оставят в целости благодаря музификации. Что это такое, узнал наш корреспондент. Сохранить деревянное зодчество в Самаре. В городе есть много исторических объектов, которые не обладают охранным статусом и разрушаются. Для того, чтобы оставить хотя бы часть архитектурных элементов 19-го, начала 20 веков, было принято решение создать серийный комплексный объект, где наличники смогут получить новую жизнь. Это не закрытый павильон, это такая пространственная рама, где именно оригинальные наличники, это важно, да, не восстановленные по чертежам, а именно те, которые удалось сохранить, они размещаются в таком, пространственной конструкции, и к ним можно подойти, прочитать историю дома, посмотреть, где он раньше располагался. Новый проект представили главе города Елене Лапушкиной. Самара в лидерах по количеству сохранившихся деревянных и кирпично-деревянных построек до революционного периода в России. По словам авторов проекта, есть немало неравнодушных людей, которые сохраняют наличники, и этого количества хватит уже сейчас на несколько павильонов. Когда мы говорим о детальном сохранении именно этого элемента, то это дает нам какую-то надежду на то, что это в будущем будет дальше сохраняться. Мне жаль, что в России утрачена тема изготовления наличников, потому что когда-то каждый хозяин, который строил свой дом, пытался заложить туда какую-то свою собственную историю. Архитектурная часть работы уже сделана. Сейчас авторы изучают практики хранения деревянных оконных узоров, чтобы выявить сильные и слабые стороны проекта. Теперь предстоит выбрать место в историческом центре Самары, где разместят оригинальные наличники. Приоритет отдадут туристическим маршрутам. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.
В одном из дворов Кировского района началось благоустройство. Работы ведутся на средства программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Сегодня рабочие готовили территорию для детской площадки и спортивных объектов. За процессом наблюдал Михаил Ермоленко. Жительница Самары Нина Соколова рассказывает, преображение прилегающей к дому территории ждали всем двором. По адресу Победы 131 женщина с семьей проживает практически всю жизнь. И за эти годы машин под окнами становится все больше. Они захватили не только парковку, но и все ближайшие газоны. Нина устала мириться с ситуацией и вместе с группой инициативных жителей подала заявку на благоустройство двора. Все жители, конечно, очень хотели, чтобы у нас получилась вот такая вот площадка и вообще был порядок. И хотя бы было поинтереснее детям на площадке гулять. Мы, конечно, собирались, ходили, собирали подписи, просили жителей, рассказывали, что будет, как будет происходить. Вот сейчас до нас дошла данная программа. Мы очень рады, все ждали. Вот, пожалуйста, работы начались. По проекту жителей во дворе появится детская площадка и спортивные объекты. Здесь установят теннисный стол, турники и две спортивные площадки для игры в футбол и баскетбол с мягким прорезиненным покрытием. А также расширит проезжую часть и увеличит количество парковочных мест. Сейчас производится работа, подготовка под асфальтное покрытие, под резину. Вот. И в скором времени начнем устанавливать МАФы. Спортивный комплекс, теннисный стол и МАФы под детей. В этом году в Кировском районе жители 9 многоквартирных домов получат обновление локации. Это 5 больших дворов. Инициативные жители подают заявку, да, и администрация делает все, что можно, чтобы реализовать все поданные заявки. У нас уже начались работы еще по двум адресам. Там проведен демонтаж, там вот по одному адресу сейчас установка освещения ведется. Вот. Но сейчас у нас вот основной адрес вот этот, потому что мы хотим его сделать первым, чтобы максимальное внимание по каждому адресу уделять вот во время работы вот тому, как это все происходит. Работы во дворах Кировского района планируют завершить к середине августа. Также, по инициативе жителей, благоустраиваются и общественные пространства. Голосование за территории, которые благоустроят в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды, стартовало и продлится до 30 мая. Отдать свой голос за выбранный проект можно через сайт госуслуги на сайте 63.городсреда.ру, через виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов, а также с помощью волонтеров, которые будут работать в торговле и многофункциональных центрах. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Куда обратиться, если не устраивает работу управляющей компании? Из чего формируется плата за жилье? На эти и другие вопросы председатели советов МКД и просто активных жителей отвечают эксперты ЖКХ на специальных семинарах-тренингах, которые проходят в разных частях Самары. На встрече в Самарском районе побывала наша съемочная группа. Владимир Зубков – председатель управляющего совета 67-го дома по улице Чапаевская. В доме всего 32 квартиры, в основном проживают пенсионеры, поэтому у активиста много работы. Нужно представить интересы каждого жителя. Двор уже успели привести в порядок, но работы еще много, говорит Владимир. Вместе с тем и много вопросов. Например, к кому обратиться, чтобы получить своевременную помощь? Чтобы получить ответы напрямую от экспертов ЖКХ, председатели многоквартирных домов собрались на специальном семинаре-тренинге. Это очень удобно, минуя всякие там обращения, там в администрацию нужно идти, чтобы оставлять свое обращение, потом там 10 дней на рассмотрение, ну что-то такое. А это пришел, поговорил, услышал ответ, и возможно это сделать в короткие сроки, невозможно. Вот, какие-то свои предложения, то есть поделиться. То есть напрямую такой прямой контакт, это очень хорошо, что так придумано. Инициатором проведения таких встреч стал губернатор Дмитрий Азаров. После его указания семинары начали проводить по всей Самаре раз в неделю. В Самарском районе порядка 1200 многоквартирных домов. На вопросы их председателей отвечают напрямую сотрудники ГЖИ, представители районной администрации и ресурсоснабжающих организаций. Эта встреча от первого лица. Сегодня могут управляющие домами задать непосредственные вопросы представителям тех органов, которые здесь будут присутствовать, и получить на них оперативные ответы. Семинары для председателей МКД – это площадка, где самарцы обмениваются опытом и могут получить поддержку экспертов в области ЖКХ. Узнать о времени и месте следующей встречи можно, позвонив в администрацию своего района. Мария Левина, Сергей Баскин. События. Эфир продолжит блок экономических новостей. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Совсем скоро дети отправятся в летние лагеря. Можно ли получить кэшбэк за такие поездки? Да, действительно, родители могут получить денежный возврат за детский отдых, но есть определенные нюансы. Озвучу их через пару секунд.
Кэшбэк за детский отдых – нововведение этого года. Родители смогут получить половину стоимости путевки, если ребенок отправится на отдых в летний лагерь. Но не в любой. Программа будет распространяться только на стационарные загородные организации. Вернуть часть средств можно будет только за оплату лагеря с круглосуточным пребыванием, а городской лагерь, в который ходит ребенок, в программу не попадает. Установлен также максимальный размер компенсации. Вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Исходя из этого, средняя стоимость путевки в лагеря Краснодарского края обойдется родителям в 30 тысяч. По России ожидаемый кэшбэк в среднем составит около 10-15 тысяч рублей. Программа будет действовать до 15 сентября. Всего в оздоровительных лагерях этим летом смогут отдохнуть почти 4,5 миллиона детей, в том числе 1,5 миллиона ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Греция в эту пятницу открывает границы для туристов. Отменяются ограничения на въезд для иностранцев. На карантин их помещать больше не будут. Путешественникам надо быть или вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус. Греция будет принимать россиян, которые получили препарат «Спутник Ви». При этом российские авиационные власти пока не дали разрешения на регулярные и чартерные рейсы в эту страну. Туроператоры заявляют о значительном интересе российских граждан к отдыху в Греции, но бронировать поездки туристы опасаются из-за неопределенной ситуации. Минпромторг России и Федеральная антимонопольная служба обязали торговые сети и производителей объяснить причины роста цен на мясо в последнее время. В Национальном союзе свиноводов, например, заявили, что цены растут из-за окончания Великого поста и длинных каникул, когда люди поехали жарить шашлыки. В Национальной мясной ассоциации рассказали, что стали дороже зерно, упаковка, витамины, минеральные добавки, аминокислоты, а производство мяса птицы отстает от показателя прошлого года. Осенью, когда сезон шашлыков окончится, цены на свинину снова упадут, и итоговая инфляция продуктов окажется сравнима с общей продовольственной инфляцией. Официальный курс доллара на 15 мая 74 рубля ровно. Доллар потерял 36 копеек. Евро 89 рублей 62 копейки. Европейская валюта снизилась на 31 копейку. Нефть марки Brent, напротив, растет в цене 67 долларов и 92 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. За сутки в Самарской области зарегистрировали 103 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Самарской области продолжается вакцинация. Привиться можно в круглосуточных кабинетах в Самаре и Тольятти, а также в передвижных ФАПах. Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. На одном из самых оживленных перекрестков Самары на Ставропольской сегодня дежурил мобильный ФАП. Все желающие могли сделать прививку от коронавируса. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оснащены по самым современным медицинским стандартам. Обычно их используют для оказания помощи жителям отдаленных уголков региона. А сейчас они помогают вакцинировать население. Ведь чтобы сформировался коллективный иммунитет, нужно, чтобы не менее 60% жителей сделали прививку. Мобильный прививочный пункт работает для всех желающих привиться от новой коронавирусной инфекции. Для всех тех, кто по каким-либо причинам не смог посетить поликлинику. На этом месте мы работаем второй раз. В предыдущий раз за полтора часа было привито около 30 человек. Александр Степанов прививку собирался сделать вместе с женой, когда та уйдет в отпуск в конце мая. Но сегодня, увидев, что врачи приехали практически на дом, перед соблазном устоять не смог. Сходил за документами и сделал первый компонент вакцины. Сейчас прививаются все, и мне надо. Тем более у меня заболевания хронические. Это нужно для собственного здоровья, для здоровья близких. С собой нужно взять документы, удостоверяющие личность. Прививка от коронавируса добровольная и бесплатная. Сделать ее может любой желающий старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр, проконсультирует. Особенно важно привиться людям, находящимся в группе риска, тем, кто старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. В выходные мобильные ФАПы будут дежурить на парковках Меги, Амбара и Космопорта с 10 утра до 6 часов вечера. А завтра посетители ночи музеев смогут привиться на улице Куйбышева. С 10 утра до 12 ночи по адресу Куйбышева 129 будет работать передвижной прививочный пункт. Виктория Шарая, события. Глубину человеческих страданий в военные годы не измерить. Пока мужчины воевали на фронте, женщины несли все жизненные невзгоды на своих плечах. Об этом постановка «Придет день» театра танца «Скрим». В тему погрузилась Ольга Хамракулова.
Война закончилась, но жить легче не стало. Послевоенные лишения и одиночество русских женщин стали лейтмотивом хореографического спектакля «Придет день» театра танца Эльвиры Первовой «Скрим». Постановка, посвященная Дню Великой Победы, прошла на сцене Дома культуры «Нефтяник». Спектакль уникален тем, что он о послевоенном времени, а об этом времени говорят мало. Вот. И о том тяжелом времени, когда женщины остались одни, многие. И вот то время, когда приходилось снова начинать жизнь снова, вроде бы здорово, война закончилась, да, жизнь налаживается, но налаживалась она очень долго. И было действительно тяжелое, голодное, трудное время. Истории простых русских женщин исполняются в стиле contemporary. 8 образов главных героинь навеяны прозой Валентины Распутина. У нас есть дуэтные части, где очень тяжелый партнеринг, именно тяжелые поддержки, тяжелое движение. Не вот танцующая, легкая, а наша задача была не танцевать, а показать, как рабочие женщины только в танце и вкладывали. И молчаливые сцены особенно. То, что, еще, да. Потому что всегда... молчаливые сцены – это про нас, потому что мы же без слов это все делаем. И когда... молчание на самом деле скрывается силой. Выступление прошло при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События. Баскетбольная «Самара» бьет свои же рекорды. В этом спортивном сезоне клуб завоевал 4 награды, по 2 в мужском и женском баскетболе. Спортсменов, тренеров и обслуживающий персонал приехали поздравить главы региона, областного центра и региональной федерации. Чествования проходили в одном из фешенебельных отелей «Самары». Наш корреспондент продолжит. Стать чемпионом проще, чем защитить этот титул. Аксиома знакома каждому спортсмену. Вот и баскетболистам клуба «Самара» пришлось испытать это на себе в прошедшем сезоне. Мужская команда подтвердила звание сильнейшей в Суперлиге 1 национального чемпионата. Завоевала второй чемпионский титул. В довесок стала бронзовым призером Кубка России. Очень сложно что-то говорить адекватное, потому что эмоциональное завершение сезона, а сейчас как раз эмоциональная яма. Очень сложно играть, очень сложно доказывать. Но если ты идешь к одной цели 10 месяцев, то она и слаще из-за этого. Женская команда тоже выдала на гора. Дебютировав в Суперлиге 1 с первой же попытки, невзирая на авторитеты, завоевала серебряные медали. Вторая команда уже по уличному баскетболу также с первого раза заняла второе место в чемпионате страны. Второе место, я считаю, что это очень хорошее окончание для сезона. Да, конечно, всегда хочется максимально золота. Поэтому, ну, сказать, что прям мы расстроились, нет. Да, хотели, не получилось. У меня, например, в семье много спортсменов, и многие, кто, например, за всю карьеру там мало медалей каких-то в чемпионате, грубо говоря, всероссийских занимал. Поэтому за меня только порадовались все. Поэтому я думаю, что и у каждого игрока так были... Я не думаю, что кого-то поругали за серебро. Поздравить спортсменов, тренеров и врачей команд приехали не только руководство клуба «Самара», но и губернатор Дмитрий Азаров, глава «Самара» Елена Лапушкина и президент областной федерации баскетбола Владимир Аветисян. Каждому вручили золотую медаль чемпионов России. Хочу поблагодарить всех вас за этот замечательный баскетбольный сезон, который доставил столько радости поклонникам игры в Самарской области. Бились как львы. Поэтому с уверенностью смотрим будущее. Смотрим будущее благодаря тому, что на территории Самарской области создана правильная система подготовки баскетболистов. Вот не во всех видах спорта у нас такая система есть. Она какая-то по-настоящему народная команда. Да? Вот у нас все свое. Вот как на приусадебном участке. Тренеры, игроки, звезды. Потому что играют руками в баскетбол, но, как мы знаем, выигрывают головой, выигрывают сердцем. Руководство клуба пообещало руководству региона и федерации и дальше покорять баскетбольные вершины как всероссийского, так и международного уровня. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт «Самара ГИС», подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы. Увидимся.